Ты поверил, Борис Борисович, а зачем им кто-то в Америке, если у них есть вы? Потому что я слушаю внимательно и хочу понять. А есть хоть что-то в русской истории, в русском народе, в русском государстве, что вам нравится? Владимир, вот у вас удивительная способность. Я понимаю, подмечать что вы, сущность. Вы человек такой, ну вот вы человек очень такой, действительно, вот соображаете на ход вперед, что сказать. Это правильно, это есть. Я вот тягаться не могу. Но обычно на 5, но не факт, страшно. Тот факт, что... На 6. Я могу сказать следующее. Я бесконечно люблю русскую историю. Я абсолютно русский человек. Я здесь родился, вырос. У меня все дети, вы будете смеяться, крещенные и живут в России, в отличие от многих других людей, которые называют себя патриотами. И всегда надеюсь, будут жить в России. Да? Я просто стараюсь говорить, когда я говорю, что я люблю родину, не в терминах, что России все здорово, а вот англосаксы, или неважно, кто, китайцы, не такие. Так. Я говорю такое. У каждого великого народа, а мы, конечно, великий народ, и англосаксы тоже великий народ, в истории было бог знает что. И великие победы, и кровь, и вообще ужас какой-то. Просто ужас. Сказать, ужас, ужас ужасный. Дайте вам помогу. Вы хотите сказать, что вы любите родину по-чаадаевски. А у меня, кстати, дети и внуки живут. Да, не в этом, и не в этом, не в этом дело. Я не понимаю, чем гордиться. А Гоголь, ну то есть это нормально. Родине... А Гоголь, например, очень любил родину, что не мешало ему в Риме много лет жить и работать и написать блестящие произведения. Конечно, не мешает. На восторженном русском языке. Я просто хочу сказать, дорогие друзья, что любовь к родине, она измеряется тем, что вы стараетесь, ну так вот, совсем цинично скажу, беречь русских людей. И зря их не бросать в топку каких-то геополитических амбиций. После вашей работы в правительстве 90-х. Вы мне это серьезно сейчас говорите? Ну, потому что вы же учили когда-то марксизм, ленинизм, да? Владимир Рудольфович. Практика, критерии истины. Истинность ваших слов проверяется практикой ваших политических шагов. Зачитать состав российского правительства во главе с президентом Путиным. И кто где в 90-е годы какие должности занимал? А я неплохо помню. А вам зачитать состав 90-х годов правительства и кто где оказался сейчас? Как они любят родину и в каких странах с такими деньгами они находятся? А я, главное, не могу понять. Ну, хорошо, англосаксы какие или другие? Мы же не говорим, хорошие или плохие. А кто ты, Долгопрудный? Мы говорим, что они долбанут. Мы не имеем права это говорить. Нет, не имеем. То есть мы должны быть не готовы к тому, что... Правильно. То есть мы должны быть разоружены. Да. Все это воркование. Да. Отвечаешь, как товарищ, который просто нас разоружает и готовит к атаке англосаксов. Как Югославия и Ливия. Пожалуйста. Мы должны быть как Югославия. Никуда не будем. Я живу. И что я делаю? Это маска, натянутая криво, под которой это подготовка к нашей неготовности ответить на удар. Вот и все, что вы делаете. А если бы Горбачев не вывел войска из Восточной Европы? Посмотрел бы я, что бы сейчас кто попытался бы сказать и какие бы санкции попытался ввести. А не надо. Это непрофессионально и неумно выдавать политическую позицию политического руководства за волю народа, за желание народа, за интересы народа. Нет ничего общего между голосованием в Организации Объединенных Наций и тем, что думает народ. Народ не спрашивал. Нет ничего общего между тем, что говорит майдановская хунта в Киеве и что думает украинский народ. 40%. Это разные вещи. Сейчас 40% населения хорошо относится к России. 40. Это несмотря на тотальную пропаганду. Несмотря на всю пропаганду, несмотря на выдумки от Голодомора и все прочее. А 60-таки плохо. А 60-таки это надежды, на которые быстро переметнутся. Нет, не 60. Не судят о настроениях в народах. Я как лягушка в сказке. Раздуюсь. Борис Борисович, я не хочу вас обидеть. Вам не надо говорить раздуюсь. Мадам уже. Я элегантнее намекнул, так как сам тоже не червячок. Да. То есть о народе судят не по политикам. Никогда. И не по политическим. В отношении Китая есть одна вещь, которую многие не понимают, меньше всего понимают американцы. Самое страшное для американцев, что Китай воспринял, я не специалист по Китаю, но немножко их понимаю. Они воспринимают вот те ограничения, которые вводит Трамп, не как экономические. Как унижение американцами китайского народа. Они говорят это только потому, что они нас презирают. Да. И тем самым, во-первых, они хотят нас унизить. И у китайцев огромная травма с опиумной войны. И они всегда на все смотрят. Никогда больше этого унижения не будет. Мы его смоем. И это самое основное в американо-китайских отношениях и в других. Они не то, что они все помнят. Это не 100 лет. 400 с лишним тысячи лет китайского культура. Они смотрят, помнят все. Так же, как и мы. Так что в этом отношении американцы даже не могут понять, что они делают. Это не экономика, это не торговля. Но я хотел бы обратить внимание, вообще-то... А вот на что узнаем через минуту, у нас еще будет часть. Так что все скажут, но не все сразу. Еще.
Еще утром у Саши болела спина. От боли в спине он попробовал Вольтарен и Мультгель. В отличие от гелей, которые маскируют боль, Вольтарен проникает глубоко под кожу, действуя на боль и на ее причину – воспаление. А теперь Вольтарен и Мультгель с инновационной крышкой-аппликатором. Легко применять. Просто потяни, выдави воды. Скажи чистым рукам «да», а боли нет. Иногда нам кажется, что нам мешают жить. Но на самом деле помогают сделать правильный выбор. Слобода. Живая еда. Пока сотни тысяч людей готовят свои машины для продажи вам на Авито Авто, воспользуйтесь новым профессиональным сервисом «Автотека». Проверьте эти машины по действительно полной базе данных, включая историю пробега, и сделайте уверенный выбор. Покупайте безопаснее. Авито Авто. Понимать должно, что за ними весь край стоит. «Трейлер» в кино с 19 апреля. Ты начинаешь день с чувства свежести, но через несколько часов на современных тканях появляется неприятный запах. Это не для меня. Новый гель для стирки «Ласка Акея Энрефреш» заботится о ткани и нейтрализует неприятный запах. Сохраняй свежесть до 24 часов. Вау, новая? Нет, я стирала «Лаской». «Ласка Акея Энрефреш» – официальный партнер недели мод «Мерседес-Бенц» России. Так, что там с ужином? Отбивные с салатом. Поддерживаю. С чего начнем? Салат, салат. А перец нужен? Обязательно. И руколу не забудь. И в конце накрываешь крышкой и готовишь 10 минут. Спасибо за рецепт. Андрей, я скучаю. Я тоже. Возвращайся скорее. Жизнь – это лента событий. Гипермаркеты «Лента». Nice Gel – единственный умный гель, название которого так легко запомнить. Nice. Nice Gel активно проникает к очагу воспаления и помогает лечить боль в спине. Живите Nice. Живите без боли. А я вас везде ищу, потому что у других уже пенсия стала больше, а у вас почему-то еще нет. Переведите пенсию в Почтабанк и сможете получать до 6% на остаток по сберегательному счету. А я? Все, кто перевел пенсию в Почтабанк. Банк, с которым все хорошо. Почтабанк. Минерал 89, опиши. Защищает, укрепляет, улучшает. Ежедневная доза силы для вашей кожи. Минерал 89. Вещь-лаборатуар. Спрашивайте в аптеках. Я решила, что врожденная травма руки не помешает мне стать учителем танцев. И я добилась своего. Nestle Fitness поддерживает женщин в стремлении двигаться вперед. Новый рецепт хлопьев с цельнозлаковым овсом и витаминами группы В для питательной энергии. Nestle Fitness. Двигайся вперед. Нешуточные скидки. В апреле много мебели, кухни из новой коллекции. Со скидкой до 70%. Бесплатный безлимит навсегда и в ясный день, и в ненастье. Живи в унисон, подключай мегафон, и будет тебе счастье. Безлимитная музыка ВКонтакте на тарифе «Включайся, слушай». Мегафон. Начинается с тебя. Б в шее. Б в суставах. Б – это боль. Возьми А. А – Мелодекс гель. Это первый. А без Б. Кока-кола классическая и Кока-кола Зеро вас выбрали для участия в чемпионате мира по футболу FIFA. Вас будут страстно желать, целовать, могут разлить, бросить на пол. Но ведь это и есть страсть, то, что делает нас живыми. Вы можете утолить горечь поражений и сделать вкус победы еще ярче. Покажите всему миру, что вы готовы. Удачи! Невский США. Главная премьера весны. Нам нужен кто-то современный, с новым мышлением, свежими идеями. И уже нашли человека на мое место. Я придам вашему танцу новое обрамление. Мне очень важны эти гастроли. Я понимаю, что прошлое не вернуть, но ведь есть. Мы отказываемся репетировать под вашим руководством.